Вот отцепил конденсатор, еще ярче без него горит. Ну и потребление несколько выросло теперь. 2,1 ампера. В общем, видно, как намотай катушки, обмотки все равно. Как ни крути, как ни мотай, все равно КПН, похоже, где-то около 70%. Теперь 2 ампера и 12 вольт, 24 ватта. Так что непонятно, как там Романов это все получил. Что похоже, что он напряжение неправильно померил. Там ерунду показал его прибор. И у меня еще подозрение возникло, что может, когда я раньше мерил, там были наводки, и поэтому пермет за много показывал. Но это вряд ли.